Всем привет, дорогие зрители канала Папа Юсов. Дорогие зрители, на улице такой ветер, на сегодня не представляю, ты какая. Но что делать? Жена приехала у меня, там начал сдавать здание, дорогие зрители. Наверное, туда 2 недели в Беларуси она молчал. Там со стресс есть внутри, как огонь, понимаете? Пришла сюда. У меня дают здание, это делаешь, это неси, это отвезу, сломанно выброси, это забирай, это... Я говорю, жена, успокойся, что тебе надо? Говорит, большую сковородку хочу. Куплю, что терек с тобой? Дорогие зрители, сейчас сковородку, и она мне заказала еще маленький, который кастрюль. Друг Эртурул перешел, сейчас разбирается, что-то покупаю. Советую, друзья, здесь терковаться получается можно. Короче, здесь много чего есть. Давайте, много не разговариваю, начинаю. Друзья, сейчас показываю, которые... А что нам нужно? Нам нужно большой сковородку. У нас маленький есть, типа такой. Либо такой. Hangis daha iyi bunların? Güzel mi? İndir de bakayım neymiş o. У нас газ, друзья. Нормально выглядит. Хорошо выглядит. Каш пара бу? 750. 750 лира. Биуфа? 600. 600 лира. Да, ucuzlar da var. Еще говорят там... 200. 200 лира. 200 лира мы бу? Evet. Yok abi, ne yapayım ben onu ya? Garebe koymaz lan beni. Şunlar kaç para şunlar? Şunlar 1000 lira. 1000 lira. Böyle, yine böyle bir ünlü var mı? Büyük. Var. Hani? Bir büyüğü var. Bakar. Hani nerede göster? 30 santim var, getireyim. Getir. 30 santim. Говорят, еще 30 сантиметров есть. Я хочу такой, друзья, один. Короче, у меня был дома, есть. Не очень такой. 30 сантиметров. А? Сколько пара, Пашам? 1000 лира. 1000 лира, мы? Onun uygunları da var ama 300 lira. 1000 lira говорят эти. Yırtma. Вот такой. О, еще больше. Biraz derin. Еще больше. Şu 27 mi? 26 ya da 28. Это еще больше. 28. Рыба пожарит, у нас ничего не осталось. Литрес язвы. Такой. 3.15 литра. Оле мы? 3.15. Сковородка очень много есть. И кастрюль нам нужен еще, друзья. Şöyle orta iyi bir setim var mı? Var. Ha? Var. Hani? İndüksiyonda mı kullanacaksın normal mi? Bizki gazlı. Gaz, indüksiyon. Bunu indüksiyon duydum. Şu model nasıl? Abi şeyle almam ben, metal almam, cam kapaklı almam, biliyorsun beni. Ama bunlar şu an hepsi cam kapak. Hepsi mi? Ya da... Şunlar nasıl? Kenara bulacağız. Gerçi... Aa, bunlar. Abi. Şöyle. Друзья, Андрей я школу забрал, сюда перешел. Андрей радышком покушает. Сейчас приедет. Одно время позвоним жене, она не сможет приехать, потому что наша Аня есть занят по-английски. Она ее отвезли, я Андрей забрал. Еще у нас малыш есть. Смотри, что на рафиатах на баке, мне наш. Шу вай бак, Игорь, шу она, шу я, сет. И? Бу шекилде фиат 3000 лира. 3000 лира это 3000. 18 тонн челик. Шу урин вар, месел, бу? Бу 2 лир, пардон. Шунун ама сапы бойда бу. И? Еда булуруз му? Бунун 3000 лира. 5000 лира. Шу? 2500. 2500. Şu abi kahramanlar. Kahramanlar değil. Bunlar farklı ayrı. Ha. Şunlar var. 6000. Şey istiyorsun. Mesela şunda indirim var. Yıldız. Şunda indirim var şu an istersen.
Как говорится, скидка есть. İçinde çelik bak graniti var. Dörtlü çelik var, granit var. 7500 lira fiyatı indirimde. Şu ne kadar abi şu? Ya bu 6000 de. He. Yani kutusu yok ama bir tane kaldı. Şuna bir çıkartsana bir. Şuna çıkartsana bir. Bir çıkart da bakayım şuna bir. Это получше выглядит глаза. Я люблю такой цвет, друзья. Просто вот Ар-Йылдыз. Видите, внутри, который все приклеит, будет. Жена это тоже против будет. Она хочет там не приклеит, который. Кому? Что красиво говорит, типа. И? Раз, два, три, четыре, пять. 10 000 лир, говорят. Друзья, у нас там испорчена сковородка, вот эта. Уже 7 или 8 лет, не она. 8 лет, наверное. Сейчас его размер я ищу, который 28 сантиметров назад написано. Это тоже 28 сантиметров. Но она открыта. Это топлая, видите? Так она не подойдет. Вот это одно и то же размер. Одно и то же размер. В общем, вот такая она была и что с ней становится. Нет, после активного использования. Это другой. Короче, еще один большой я видел сюда. Вот. Как она? Как сотейник. Нормально, не? Это, наверное, лучше будет. Ну, слушай, она не для индукционной плиты разве? Какая разница у нас? Да, индукцион электрический, который у нас газ зажигаем, получаем. Вот такой быстро чернит, но красиво. Но у меня больше понравилось вот это. Что скажешь? Супер. Супер. Такая была. Видишь, это хорошо выглядит. Одно и то же. Давай еще один большой есть, Андрей. Это тоже посмотрим. Абе. О. 4 литра. 4 литра. 4 литра. Еще больше. Но где дерендре, но даже и дерево. Мама, акула будет жарить, наверное, этим. Самым большой говорят. Ты на зонде Элинда варди, что ли, шейли? Нердо? Abi, olmaz dediniz. Oğlum bu ne abi? Abi sen her şeye bahanem diyor. Ne yapayım kardeşim? Rus'tan evli olsan seni de görürük. Allah Allah. Abi o zaman ona böyle elektrikli verelim. Ve getir lan şu şeyini elektrikli getir. Elektrikli gördün mü sen? Hah. Hayır şunu gördün mü? Abi şunu gördün mü? Ciddi söylüyorum şaka. Var ki o bende. Hayır bu tersi ama bak öyle. Üstü açık değil. Ya? Bu yemek falan böyle yapılıyor. Yemek balık. O var lan o bende. Abicim bu yeni çıktı. Şu. Saç değil bu. Çıkarttı. Saç değil bu. Gördün mü? Hayda. Hayda. Bu saç değil ama. Dışarıda yok. Çok güzel. Hayda. Na 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 na. Что делать? Ну что, ну это она точно не просила. Куда ей столько? Не знаю, она вот говорит... Вот это она просила. Обычный... Она акула есть. Хочет жарить, наверное. Самый большой просит. Самый большой что вот из этого. А? А, пьем, ну, абия. Дышарда вар, я мой емек, хер шей япарсин. И дышарда электрин, я забыл, джамба. Абия, еще фишин, йок, мой. Йок. Mutfakta da mı yok yani kullanamayacaksın. Tavada ocakta yapacaksın. Şarjısını bulaydın ya alırdık. Bir şey söyleyeyim mi sana? Просто gerçek söylüyorum надо sana. Найти розетку на улице. Bir daha sen tavada ocaktaki balığı yemezsin. Evde 2 tane var, bir tane daha alayım. Bu onun gibi değil bak, şu tarz değil bu. Hani evet. Böyle oluyor ya.
Bu onun gibi değil. Belki de öyle değil. Tam tersi. Tamam, işte. Bunun gibi yok. Bu yeni çıktı. Ne zaman çıktı? Bu yeni çıktı, bu yok. Görüştü, bu deri. Novinka. Bak şu içine giriyor. Bu şekilde bak bu. İç tarafa. İcat çıkarttın akşam akşam. Abi bu çok güzel. Bir hayır, de çok uygun. Haberi. Bir şey söyleyeyim mi? Çok uygun. Ne kadar onun fiyatı? Çok uygun. Çok uygun. Tahmin et. 200 lira. Tahmin et. Vakit değil bir şekilde ya, tahmin et. Bir tava 1000 lira olmuş. Tahmin et bir şey diyeceğim. İyi, söyle bakalım. Kaç? 700 lira. O yüzden diyorum bu. Bundan 10 kat daha karlısın. 700 lira. Abi restan, gözünü seveyim. Şu restansı sen kaç para abi? Sen öyle deme yani. Her şey var. Ayarı var. Üstünün şeyi var. 500 lira sen. Senin için. Без платно даст. Без платно даст, точно. Oğlum, genelde tava lazım abi, anladın? Ha, o ayrı da, yenge mesela siz büyük balık diyorsun ya, o yüzden dedim bu farklı bir şey. O bana lazım oluyor. Tamam, onun setlerinde bir tane var, kutusu önemli değil diyorsan, açık değiştirmalı fark etmez diyorsan sen 6000 lira. Ne? O şu ürünü. Hangisi? Şu renkli. Dur abi de şunu bir halledelim, ondan sonra geçelim oraya. Al onu da. Çaydanlık zaten 2,5-3. Çaydanlık. 4 tane var bende. Daha 5. nereye? Şefte mi? Şunun aynısından yok mu lan? Yok. OMG. Ondan yok şimdi. Bitti mi? 6 litre семлет держивали нас. Отлично, вот эта сковородку. Но всё равно это отвезу рыба пожарю туда. Hem derin hem büyük. Ne bu mu? Tabii. Что скажешь? 32 сантим. Мама вот это хочет, 100%. Ойор я. Со, сковородка решали. 32 сантиметра. Это тоже возьмем с тобой. Андрей, это тоже возьмем. О, смотри, кабель у него очень короткий. Надо еще удлинитель, удлинитель, удлинитель. Вот. И он будет вонять, если ты дома будешь делать. На кухне ты хочешь жарить. Да? Да. Но он будет ругаться. Ты представляешь? Вчера, друзья, я купил себе большой вот такой размер. Видите, вот, вот, вот. Кастрюль купил. Ночью она что говорила, Андрей? В общем, она ругалась, говорит, куда там это за... поставить. Куда одевать? Зачем купил? Куда одеваешь? Что будешь делать с ней? Год один раз будешь пользоваться? Я говорю, жена, это мне нужен, тихо. Говорит, куда будешь сохранять? Уже кухня полная, туда-сюда. Ай-яй-яй-яй. Сколько стресса было ее, Белоруссия, наверное. Со меня китает. Он не getirdin lan? Ha? Он не geri getirdin? Şey neydi? Ha? Neydi ya? İyi hadi. Gel Andrei. Ya kastrol prosu lan şu. Çek. Abi. Şu kastrol prosu. Маленький кастрольчик. Маленький говорит. Ой, слушай, у нас дома разве не такие? Как? Ага. Кашку варить. Два штуки. Побольше, чуть поменьше. 20-22. Что? Хорошо, красиво, глядь. Возьмем это два? Да. Видишь, что продает такой 2-2. Либо такой 2-2. Блин, мы с тобой приехали сюда покупаем. А ее что спрашивают? Мы покупаем. Она почему не приедет? Серьезно, интересно очень женщина. Просто купите мне. Это, наверное, подойдет, не? Да. Что ты скажешь? Одинаковые, не? 22 внизу. Это еще лучше, наверное. А есть разница? Есть. Артуру! Abi geldi. Ne kadar bunlar? Bir şey desem sana, böyle ikisini mi alsan? Ha. Şu grubun dördünü alır mısın? Dört tane koyacak yer yok. Karıyla birbirimizi yiyoruz. Ha, o zaman yeme. Şiddet yok. Şöyle al abi ikisini. Hangisi lan? Şu alttakiyle bu. Yok, bunun ikisi lazım bize. Bu pahalı geliyor, ondan dedim. Koy bakayım şuraya. Ne kadar pahalı bu geliyor? Bu şekilde 1500 lira. Oğlum sen hiç ekmek yemedin mi? Aç mısın lan bugün? Он говорит, 4 купи, будет дешевле. Şunu alsak. Папа говорит, места нет, ругаемся из-за этого жена. Şu? Yok, küçük lazım, büyük değil. Şu ikisi olur mu? Titanyum bunlar bile. Çok küçük lan.
Тайм. Ради бога, мы 5 человек дома. Зачем нам нужно маленький? Не знаю. Тефлоновое покрытие здесь еще гранит говорит. Титаниум говорит. Короче, у меня там дубль с зубом есть. Угу. Имплант титаниум. Это тоже титаниум. Если сломается, опять порежем немного. Давай выбираем 2 штуки. Ну что он не хочет эти давать? Он говорит, что эти красивые. Не дает, 1.5 только дает. А те сколько? Какая? Ну вот те сверху. Цена не важна, я регулирую его. Ради бога, это... Ну вот эти маме больше понравятся, я уверен. Какая? Потому что она вот эти даже подарила бабушке. Такой? Да, она такие купила. Думаешь? Да. Пошли тогда. Идем. Вчера я забрал вот это. Ну. Еще. Ну и сколько нам вот этого перца, пряности? 1500 лир. Да, знаете, эту пол столешницы занимает? Нет. Реально? У меня место есть. Я уже регулировал туда. Потом цыпа возьмет? Нет. Это цыпа вот на там бых будет. Ой. Суп варю его. Вам сюда пускать нельзя, а? А его тоже на суп варишь? Bu ikisini beğendim ben. Ya da pardon. Senin önereceğin varsa bunu koyla. Bir şey desene sen. Şöyle olur mu? Şu nasıl? Ama yok o mal çok sağlam. Şöyle gerçekten diyor, çok sağ olun. Ha. Fiyatı onun ikisini? Abi normalde daha pahalı. 1500 söyledik artık. Onu değiştirmişsin. 2000 lira fiyatı abi. 2000 abi onun fiyatı. Değil. O 22'si. 2000 lira. Yani 1500 lira dedik, 1500 lira. Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ama onun seti 5,5. Okey. 8 tane. Şu boylarda güzel bana tencere ver. Bunu al. Evet. Ama gerçek görme sonradan vazgeçmiyor. Onun farklıdır. Yapışma da olmaz. Bu şekilde olur mu? Abi iki tane ufak istiyor. Şu üstündekinin bir büyüğünü beraber. Yani zaten bu büyük zaten de. Bunun şeyini getireceğim bir küçüğünü. Ver bakayım şu üstündekini bir. 18-10 lira bu da. Ana bu proşe. Vkusno. Ya bir de şu ürün var. Şu ürün bak. Şunun bir büyüğü yok mu? Bir büyüğü. Сколько 18 сантиметров? Ага. Ну. Ha. O. O. Bunun ikisi kaç para lan? Abi 1500 lira olur. Şu ürün 2000 lira cam kapaklısı. 18-10 çelik. Bunun ikisi 1500 lira mı? 1500 abi. 18-10 çelik. Yani çevirebilirsin. Tabanındakilere bakar mısınız? Yani şunlardan da var da bunun 18 numarası var. Ana bu da prikliyet istiyim. Ben size şutonu bir sizare. Silindir modeli en fazla satılan model budur. Yani yuvarlaktan İçinin bazen... yapışmayanı yok mu? Yapışmaz bu. Bak şu yapışır. Bunu ayırıyorum mesela. Şimdi bu yapışır. Bu 430 çelik. O 304 çelik yapışmaz. Bu mu? Bu yap... Abi bak mesela şu büyük tencere 500 lira. Ha. Bak 500 lira bu tencere ya. Onun tenceresi var. 1800. O markanın tenceresi. O yüzden diyorum ben yani arada farkı çok. Dün bana verdiğin tencere hangisindi? Büyük tencere. Büyük. Bundan yok, o burada devamı yok. Yok mu? Yok. O yapışıyor mu? O yapışabilir. İnir mi? Yapışmaz o, bundan kalır. O şu tarzı ya seninki. Oru sap tarzı. Вчера бабе он продал это, которое ты спрашиваешь. Последний говорил, вчера мне давал, сейчас говорит, может, пить приклеит. Да. Потому что это 34 челик, я так и не понял, как, что это такое, у них разница, проба или что есть? Не, есть там металь. Сплав. Смотри, какой понравится, такую или туда поставили 2 штуки. Каждые 2 одинаковые суммы. Не знаю, но мама к тому как будто больше привык. Дай твой телефон, позвони. Я взял его гранитный такой, айни марка, я не салам был. Позвони, мама.
Звоним маме. Так, видеосвязь. Звоним. Да? Мадам, вопрос. Ага. Такой кастрюль. Алло. Ну да, небольшого размера. Слушай. Такой размер. Или. Или. Такой. Вот это лучше, видишь, я же говорил, что ей понравится. Как, какой понравится? Эти? Можно и этот, да. Значит, ты этот говорит. Что ты говоришь? Это понравится. Можно и этот. Другой нельзя? Давай так, и еще вот. Ой. Это, который не гранит, другой гранит. Мне кажется, то, которое с гранитом, тебе будет нет, удобнее. Ну, они про... Да мне все равно, честно говоря. И та хороша. А гранитная у меня вроде бы есть. Гранитная вот есть. Это нету, да? Гранитный черный, таких нету маленьких, да. Одна есть только маленькая. Такой два возьми. Ну, если они вместе продаются, то да. Если нет, мы можешь одну только. Ты мне, главное, сковородку возьми. Сковородку уже брали. Вот что мы брали. Смотри, смотри. Вот это брали тебя. Вот. А это что такое? Во! Нет, я не... Это что такое? Я пирожки готовить не буду. Это для гюздеме. Вот, это гюздеме готовишь, рыба жаришь, акула жаришь, там что? Иногда меня будешь жарить. Вот. Зачем такая электрическая? У нас же есть электрическая какая. Помнишь, я как курицу на ней готовлю иногда? Вот это сковородка, короче, со общим сковородка одно место. Не, мне нужна ту большую, которую я тебе показывала, и не такая. Это не надо? Это мне не нужно. И ты хочешь себе покупать, я готовить на ней не буду. Себя покупаю, ты молчать будешь, так? Я хочу сковородку для наггетса готовить и рыбу жарить. Ту. Расскажите, ребята, расскажите. Как довольность будет женщина, я не знаю, честно говоря. Вот эту тебе поставлю сковородку, лишнего не надо. Вот, огромная. Хочешь? Вот, хватит. Все, вот ее мне надо. Это, огромная. У нас плиты это не влезет, Елена. Все влезет, у меня все влазит. Она предыдущая же влазила на самое большое. Ладно, умная жена. Она 40 сантиметров. Раз. И два. 28. Ты тоже купил. Это 40, самое большое это 40. Вот у нас огонь будет гореть сюда. Половинка будет пустая. Ты мне скажи, я ж тебе отдала старую сковородку. Вот купи такого же размера, один в один. Специально тебе ее дала. Вот ее. Все, один бак, в один. Бак, бак, бак. Ёрден? Не, а это больше, ты чё? Да вот эту возьми и всё ей. Когда один в один, видишь, она говорит, один в один ей надо. Ребята, когда мы жили в России, у нас есть лампочки, в чем-то вопросу. Она собирает лампочки, дает мою руку. Иди одно и то же купи, она да, мне говорит. Точно такую же. Один, я говорю, один, это один, лампочки, один, я знаю, ребята. Это лампочки, я знаю. Не надо стали с тобой отвезти. Она говорит, обязательно бери. Вот такой дурдом женщина. Это один, не надо, один, это не надо, это самый большой. Нет, вот ту возьми, как... Вот самый большой такой покупаю тебе. Вот это. Вот это покупаю. Ну, с ручкой, которую. Ты мне купи? Ну, с ручкой, конечно, с ручкой мне надо. Ну, а тебе без ручек? Вот две вот это. Нет, это на огне готовить. Ну. Мне такая не нужна. Аллахумма иди гюнахум. Это я должна
сначала сказала, что ей та понравилась. Это два возьмем. Все, хорошо. Другой, короче, не возьмем, другой есть у тебя, потому что. Да, есть у меня, гранитная у меня есть. Гранитная не возьмем, это, короче, пусто будет готовка. Окей? Окей. Вот. Все. Вот, туда. Ну, друзья, два кастрюли брали и одну сковородку старый тоже с тобой возьмем. Это гранитная, она не брал. Потому что гранит дома есть. Пойдем сейчас домой. Давайте, всем хорошего дня, дорогие зрители. Если что-то, найдите его. Под видео его телефон номер оставляю. Всем хорошего дня, люблю вас. Пока.